Всем привет-привет! С вами команда «Бесконечные новости», и сейчас мы находимся в Казани. Я стою около памятника корабль. Снизу мы можем увидеть железный толстый якорь, на котором железные цепи. А сверху находится такой корабль, посвященный мореплавателям. Это мои предположения. Этот корабль находится около вокзала. Здесь очень красиво. Сейчас мы находимся около колокольни. Эта колокольня была создана в 17 веке. Как видите, она уже старенькая. Но я думаю, что это просто копия. А настоящая не сохранилась. А если точнее, то настоящая взорвалась. Подсказывает мне корреспондент. Вот сейчас вы можете ее рассмотреть. Видите, какие небольшие колокола? И они идут по росту. В колокольне, извиняюсь, написана бумажка около нее. Здравствуйте, вы кто? Можете подходить? Всем здравствуйте, сейчас мы находимся в чаще. Это смотровая башня. Здесь прекрасно видно. Конечно, Волгу. Не называют Волгу, но это казахская река, которая впадает в Волгу. А так, дальше можно увидеть колесо обозрения. И около этого колеса обозрения аквапарк. Еще снизу можно увидеть. Снизу можно увидеть необычный зверьков. Вот видите, в будущем здесь казахи возьмут, откроют и узнают, что какое послание оставили им. Около Богоявленского собора. До революции Богоявленский собор был один из самых посещаемых в городе. В 1873 году здесь крестили будущего корифея русской и мировой сцены Федора Иванова Шляпина. В детстве он был певчим в хоре этого собора. Богоявленский собор очень высокий по сравнению с мной, я какой-то не люблю.
Всем привет! Сейчас мы находимся около театра кукол. На фасаде белокаменного здания вылуплены фигуры сказочных персонажей. В репертуаре более 40 спектаклей о сказках народов мира до современных постановок. На сцене используются разные системные куклы, от классических до модерных. Спектакли идут на татарском и русском языках. Современные здания построены в 2012 году, а сама куколка идет свою историю с 1934 года. Вот так вот оно. В этой фонтане живет дохлая земной девой Сонансы. Чтобы задобрить ее, нужно кинуть в фонтан монетку. И Сонансы исполнит любое желание. В заключение я хочу сказать, что наша поездка прошла отлично. Шумихина Ксения, Шумихина Ксения нашла бесконечные новости.